это место, где огромные свалки, несанкционированные кормыля. Вот сейчас поднялся сильный ветер. Дым. Но сильный ветер задувает. Это только это прямо сейчас. Это не сегодня, это прямо сейчас. Кстати говоря, уровень воды в течение сегодняшнего дня в реке Кандуша высится. Следующие данные будут 12. В принципе, вот я смотрю по количеству подключившихся людей, люди отключаются, да, это такая не новая картина, как города Канска. Уже посмотреть, что интересно. Ситуация сегодня, 31 мая, вечером в городе Канске. Дым еще раз повторю, идет аккуратно солнечный. Не знаю, насколько реально передается вот телефон, да, но вживую здесь так не очень тепло, не очень хорошо видно, как все это горит и продвигается быстро. Дальше идти уже, наверное, не стоит. Вместе с нами. Всего доброго, удачного вечера.